waste my time. Акс, Могул Кан. В давней войне людей и орков многие воины-орки пали. Один из убитых воинов был лидером Халфтриба, кровавого клана Акса, Могул Кан. Могул был убит отрядом, возглавляемым паладином, но загадочно был воскрешен темными демонами плети. Они пользовались его рефлексами и могуществом для того, чтобы выслеживать и убивать ловких воинов, возглавляемых паладином. И они дали возможность отомстить ему за свой клан взамен на его душу. На развороте хочешь? Гоу. Хорошо. С наступающим, друзья. Ой, хорошо. О. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, всех с наступающим. И сегодня у нас гайд на Акса. А это значит, что мы сегодня будем узнавать, как правильно крутиться, как правильно горение накидывать и как правильно лагерить. Ну и, конечно же, добивать с ультимейта. Всем хочу пожелать приятного просмотра. И обязательно поставьте лайк, если вам понравится данный видос. Если ждете какой-то определенный гайд, подписывайтесь и будьте настоящими еркеками, какими являюсь я. Поехали. Итак, друзья. Первая способность на Аксе — это у нас вот такой вот агр. Давайте прокачаем и посмотрим, какой у нас хоткей. Хоткей у нас Е. Нажимаем. Происходит вот такой вот эффект. Отнимается мана и что-то происходит далее. Сейчас я вам расскажу, что происходит. В общем, смотрите. В теории все очень простенько. Это агр. Простой агр. То есть наш персонаж провоцирует оппонента на то, чтобы он его бил. Акса, соответственно. Смотрите, как это работает. Вот стоит у нас тут Дум. Мы подходим к нему, нажимаем агр, и Дум будет следовать за нами определенное время и будет нас бить. Время зависит напрямую от уровня прокачки. Смотрите, по уровням прокачки все просто. 2 секунды, 2, 4, 2, 8 и 3, 2 секунды агрессии, провокации будет у нас происходить, если Акс, так сказать, применит эту способность. А у Ешка этой способности 300. Плюс есть тут очень жесткий бонус. Бонус по армору. Когда мы производим вот такую вот агрессию, нам дается 40 бонусного армора на время пропорциональной уровню прокачки. То есть, соответственно, на 2 секунды, 2, 4, 2, 8 и 3, 2, в зависимости от уровня прокачки. Тут все просто. КД у нас 16, 14, 12 и 10 секунд. Ну и монокосты у нас также разные. 80, 90, 100 и 110 маны. Эта вся тема у нас проходит через БКБ. То есть, если мы будем вот так вот запрыгивать и, так сказать, юзать агр, то, соответственно, и БКБшних юнитов мы тоже сможем заагрессировать. Все очень просто. Эта способность у нас также является высокоприоритетной способностью. То есть, если, допустим, курс будет или дуэлька, там я тестил, по-разному всегда работает. С дуэльки мы не можем вытянуть персонажа, в курсе тоже, но, тем не менее, все равно персонажи будут бежать за вами. То есть, там многочисленные механики, на самом деле, об этом даже нет смысла задумываться. Но, в общем-то, спелл очень прикольный. Запоминайте, что это такой вот хоткей Е, агрессия, просто вы можете взять вот так вот, сагрить, допустим, персонажи какие-то, они вынуждены будут вас атаковать. Подумайте, что можно это юзать с Блейдмейл. И, в принципе, это все. Про радиус сказал, про КДшки, монокосты сказал. И, конечно же, про то, сколько она действует, эта тема, конечно же, сказал. Все, ребят, поехали на второй спелл. Что ж, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Battle Hunger. Прокачиваем ее на разочек. Пока что хоткей у нас R, как видите. И, соответственно, что он у нас будет делать? Это таргетная способность, которую мы можем вешать на всех абсолютно. Так же, как и агрить, в принципе, с первого спелла и крипов, и героев. Разницы нету. И, соответственно, смотрите. Вешаем на Дума, и Дум у нас появляется вот такой вот статус на Думе. И Дума постепенно карает, посмотрите, наносится ему урон. И он такой какой-то немножко вроде замедленный, а я немного побыстрее бегаю. Как это работает? Смотрите. Я вам сейчас расскажу. Давайте пройдемся по уровням прокачки, по демеджу, который будет нам периодически наноситься. А дальше поговорим уже об остальном.
Смотрите, в зависимости с уровня прокачки у нас DPS идет, то есть damage per second. 16, 24, 32 и 40 damage в секунду на last level будет наноситься. Длительность всего этого дебафа у нас 10 секунд. Соответственно, смотрите, на 10 секунд будет, так сказать, вешаться вот это горение и караться. Плюс определенный, так сказать, damage секондовой системой. И, соответственно, еще нам будет даваться Аксу 12% moment спида бонусом, а у Дума будет он отниматься. Причем у Акса эта тема стакается. Если мы накидываем там, допустим, на нескольких персонажей, то, соответственно, будем бегать еще быстрее. Но не стоит забывать, что у Акса есть КД. А КД на данную способность 20, 15, 10 и 5 секунд. То есть, соответственно, только 5 секунд мы сможем бегать с 24% бонуса мувспида. К сожалению. Но монокос всегда у нас 75. Давайте, в общем, поговорим конкретнее о второй способности. Смотрите, я накидываю на Дума, и Дум у нас замедлен, и он получает дэмэдж. Как снять эту тему? Эта тема у нас, во-первых, снимается, в принципе, диффузой, легкое такое развение, да? Но и есть такая особенность, что эта способность у нас работает так, что пока мы, допустим, не добьем какого-нибудь крипа, допустим, или не сожрем его, эта способность не скинется. То есть вот сама приколюха. Эта способность очень прикольная на лайнингах, потому что Акс, так сказать, он будет постоянно на вас накидывать, и можно просто добиванием крипа, любого добиванием крипа или убийством героя, так сказать, скинуть эту способность с себя. И очень это очень прикольно, потому что, ну, блин, не у каждого же будет диффуз или там Йул или Манта, допустим, для того, чтобы скинуть эту способность. Эту способность очень просто скидывать. Просто вот кидаем на Дума горение, Дум такой, блин, я сейчас умру. А там лоу хэповый крип, он оп, добивает этого крипа и, так сказать, делается развеяние на эту способность. И, в принципе, это все по этой способности, но не стоит забывать, что это таргетная способность, и она блочится линкой, конечно же. Ну и вот как-то вот так вот по этой способности. Аксу дает бонусный movement speed, равный 12%. У противника он забирается, это 12% movement speed. Ну и, конечно же, так сказать, DPS наносится противнику, на котором висит этот баф. КД и монокосты я сказал. Все, поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Counter-Helix. Counter-Helix — это способность пассивная, которая может быть отключена Silver Edge'ом и которая работает у иллюзии. Это запоминайте. Плюс эта способность наносит у нас физический урон. То есть, соответственно, чем меньше армора у оппонентов, тем больше дэмэджа мы нанесем. И, соответственно, дэмэдж у нас улучшается с уровнями прокачки. Давайте посмотрим по уровню прокачки, как это у нас распределяется все. Смотрите, 100, 135, 170 и 205 урона мы будем наносить в зависимости, так сказать, от нашего уровня прокачки. 20% шанс имеется у нас на что-то. Но что же у нас, так сказать, срабатывает эта способность? Прокачиваем. У нас появляется вот такой вот статус, и, соответственно, что будет происходить? В радиусе 275 единиц Акс производит контратаку в случае, если его кто-то атакует. Смотрите, Акса атакуют, и он крутится, нанося урон своим оппонентам. И, соответственно, этот урон, так сказать, может быть последний нанесенный для персонажей, и Акс может вот так вот убить. На эту способность также имеется перезарядка. Об этом не стоит забывать. Помимо того, что у нас есть шанс 20% крутануться, но есть еще перезарядка. Акс не может крутиться в зависимости от уровня прокачки в определенное время. Смотрите, у него есть КД, но тут, к сожалению, на иконке не показывается. Но когда прокачешь, видите, написано в конце .45, то есть это 0.45 секунд, это будет КД данной способности. В зависимости от уровня прокачки оно разное. Смотрите, 0.45, 0.4, 0.35 и 0.3 секунды у нас будет КД на данную способность. Прокачиваем в двоечку, видите, 0.4 уже. И, соответственно, раз в, так сказать, в 0.3 секунды Акс сможет с 20% шансом ответить на атаку. То есть это, соответственно, Акс не может просто так крутиться. Акс может крутиться только в том случае, если его кто-то атакует. Так сказать, это контр-атака. И это очень прикольная тема. В лейтгейме, конечно, не сильно полезный спелл будет, но я считаю, что очень даже интересная тема, потому что позволит нам очень хорошо и фармить леса, и, так сказать, выходить за товара здесь, подфармливать крипов, так как у крипов мало хп, и, соответственно, мы можем изи-изи их убивать. Очень простенькая способность, друзья, ну,
И в принципе все по данной способности. Она, так сказать, и проходит через БКБ, так как это физический урон. Соответственно, если был бы магический, то не переходил бы, так сказать, через БКБ. Ну и в принципе все, друзья. Ой-ой-ой, друзья, что ж, подошло у нас время наконец-таки блатную подойти к ультимейту. И что ж, ультимейт у Акса — это настоящая казнь. Прокачиваем. Хоткей у нас С на данную способность, и что у нас будет происходить? На самом деле тут много нюансов по данной способности, постараюсь вам вкратце пояснить. Уф, поехали. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки, у нас у Акса тут наносится разный урон с, так сказать, ультимейта. Смотрите, 150 урона, 250 и 300 урона у нас будет наноситься. То есть, допустим, если мы просто вот так вот к противнику, так сказать, подбежим, вот так вот возьмем, оп, ему нанесся урон. Но это неправильное юзание данной способности, я вам сразу говорю. Друзья, не стоит забывать, что у Акса ультимейт — это настоящее убийство. Это настоящая машина для убийства. Это настоящий, так сказать, как вам сказать-то, господи, это такая череда казней на самом деле. Вот что я вам скажу. И не стоит забывать о следующих строках, которые тут написано. Will kill if target is below 250. Да, правильно. То есть, если у персонажа будет меньше чем 250, 325 и 400 хитпоинтов, цель мгновенно умирает. И все равно там, пусть у этой цели там работает ульта Бадона, пусть у этой цели висит крест, пусть у этой цели ульта Ракла, наш ультимейт все равно добьет этого героя. Но, также можно добивать и крипов. Но, к сожалению, крипов добивать тоже не профитно. Но с аганимом очень даже прикольно. Расскажу чуть позже об этой теме. Смотрите. Допустим, у нас вот тут вот стоит вот такой вот маленький такой вот такой гномчик, у которого у нас там сколько? Допустим, вот 190 хп у него сейчас. И мы мгновенно можем убить его. Просто... Смотрите, у нас порог сейчас хитпоинтов 250. Если у нашего оппонента меньше, чем 250 хп, мы его мгновенно убьем. И у нас вот такой вот бафчик произошел. Всех союзников в округе бафает. Радиус вот этого бафа 900. Что дает этот баф? Он дает 30% бонус перемещения. То есть, соответственно, на 30% персонаж быстрее бегает. Плюс все союзники наши на 30% быстрее бегают. И дополнительная скорость атаки у нас увеличивается на 30 единиц. То есть мы, так сказать, всех бустим. И персонажи наши, союзники, и мы сами быстро побежали и начали быстро бить. Это очень круто. И далее, какую фишку нам стоит знать? Если мы кого-то добиваем, то наш ульт мгновенно откатывается. То есть можно будет... даже и на практике можно будет просто килять всех, так сказать, с ультимейта и убегать. Давайте вот так вот сейчас подобьем, я вам покажу. Смотрите, вот у нас так лоу-хэповые персонажи. Если мы, допустим, ошибемся и не попадем в порог, вот что произойдет. Продамажили, ой, и все, ульт ушел в КД. А КД у нас, смотрите, 75, 65 и 55 секунд. Монокосты у нас разные, 60, 120 и 180 маны, не стоит забывать также. И у нас ульт ушел в КД, все, мы просрали наш ультимейт. Но если мы добиваем, бах, у нас откатился он сразу же мгновенно, и опять добиваем, бах, и это уже даблкил. Вы представляете, насколько это круто? Вот такой вот ульт у нас у Акса, и мы вот так вот и будем сегодня играть. Друзья, не стоит забывать про вот эту тему, что если мы добиваем героя, то сразу же мгновенно ульт откатывается. Если мы добьем крипа, то, к сожалению, ульт у нас не откатится. Ульт не откатится, но мы сможем так пробафать. То есть, соответственно, я иногда делаю это на пуш, так сказать, вот эту тему. То есть, допустим, если у меня есть аганим, то мы можем вот так вот пробафать союзников и, допустим, сломать какой-то тавер быстренько под атак спидом. Или если вам нужно срочно убежать, вы можете добить крипа и убегать. Очень простенькая тема. И у нас тут еще есть аганим, о котором мы сейчас будем разговаривать, друзья. Поехали. Что ж, друзья, подбираем аганим. И появляется у нас вот такой вот красивый эффект на Аксе. И смотрим, что у нас поменялось на ультимейте.
Друзья, у нас на ультимейте поменяется порог убивания, добивания всех персонажей. И поменяется КД. КД, как я говорил, без аганима 75, 65 и 55 секунд. Но с аганимом КД становится 6 секунд. В случае, если вы даже ошибетесь и не убьете, так сказать, оппонента с ультимейта, у вас имеется маленький КД, и вы можете, так сказать, через некоторое время попробовать еще раз или добить другую цель уже, и чтобы пробафаться и добить просто. Да, понимаете, да? Это очень круто, КД 6 секунд. И увеличивается у нас порог хитпоинтов. Смотрите, 550 на last левеле, на втором 425 и на первом 300 хп нужно, чтобы было меньше, чем 300 хп у персонажа. То есть это порог 300 хп. Тогда наш Акс сразу же, мгновенно, так сказать, добьет героя. То есть, смотрите, у нас у героев тут 300 хп. Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. Гоу. Побьем немножко. Раз. Сколько там? 500. Оп. 507 хп. Вот смотрите, у него почти фулл хп. А у нас порог 550. То есть, если у персонажа меньше, чем 550, то ему просто ГГВП. А, так культ у нас первого левела. Понимаете, да? В общем, это все так и работает. Но, видите, мы ультимейт сейчас просрали, но тем не менее, все равно можем им воспользоваться. Докачиваем. 550 у нас тут есть. Оп, и добиваем. Все очень просто, друзья. Очень классный аганим у него, который позволяет реально очень хорошо, так сказать, больше добивать оппонентов. Очень хорошо, так сказать, бафать нашу команду. И не стоит забывать, что баф, длительность этого бафа тоже увеличится, оно становится 10 секунд. Без аганима длительность этого бафа, то сказать, Cooling Blade буста, он у нас становится 10 секунд, а был без аганима 6. И в принципе это все, друзья, по данной способности, по аганиму, по ультимейту на Аксе. Это просто зверская тема, которая позволяет, так сказать, прочекать хитпоинты и, соответственно, блин, да я не докачал и ультую опять. Так сказать, если мы прочекаем, извиняюсь, прочекаем хитпоинты, и, соответственно, можно вот так вот по драке всех бегать, добивать, это очень круто. Друзья, в общем, все, теория подходит к концу, будем переходить сейчас к практике уже. И, соответственно, пожелаю вам приятного просмотра, чтобы вы кайфанули с этого гайда, ведь будет очень много сочных моментов, я вам обещаю. И, конечно же, друзья, всех с наступающим Новым годом, потому что сегодня уже 19 число, сегодня 19, когда вы будете смотреть, конечно же, гайд будет уже, наверное, другое число, но у меня сегодня 19 декабря. И, соответственно, друзья, еще раз пожелаю вам всего самого наилучшего. Не забывайте подписываться на канал, если вы ждете какой-то гайд. И, конечно же, спасибо вам за вашу поддержку, за то, что смотрите мои видосы и комментируете их. Ну и, конечно же, иногда подписывайтесь, как некоторые люди говорят, я только там год назад подпишусь на тебя, если буду смотреть. Так что, друзья, давайте будем честны. Тому, кому нравится, обязательно подписывайтесь. Все, поехали, друзья. Всем приятного просмотра. Все, ладно, ладно, ребят. Хорош, хорош, понял, понял. Всех с наступающим. Просто пожелаю всем хорошего настроения и с наступающим. Ой, ладно, где наш Аксевич? Ребят. Всем хорошего настроения, наступающим. Так, что ж, берем Аксевича. Акс у нас красный, как Дед Мороз. И поэтому сегодня я в виде эльфа буду душить Дед Морозовича. Так. Ну, щиток — это обязательное условие для Акса. Не знаю, как сейчас актуально в ЭГ или нет, но я буду собираться жесткого файтера. Ну, как и надо будем собираться в любом случае. Ну, возьмем тангуса. Пойдем, наверное, за тавр загуливать, да? Вы любите за тавр загуливать? Но это можно делать очень аккуратно, иначе вам могут навалять. Так. Капусту. Заноси капусту. Никнейм у пацана. Можно будет вот здесь аккуратно встать и через третий, через контр Хеликса подфармливать. И душить, и душить. Lord of Olympus. Olympus, Olympus. Самое классное против ближнего боя играть на этом персонаже, потому что те, кто, как правило, подходит, тем очень плохо становится с третьего спелла. Очень плохо. Очень-очень плохо. Сегодня попробуем делать рампаги на этом герое. Попробуем. Очень прикольный ультимейт у него. Все уже, как вы знаете. Классно, интересно. Пушечно. Ладно.
Через второй, наверное, будем играть. Агру возьмем где-то на... Ну, 2 секунды агры тоже неплохо, в принципе. Но 3-2, конечно, намного круче. Но, как видите, не сильно улучшается с уровнями прокачки. Так сказать, первое, но... Ой-ой-ой, Абадон. Ну, кстати, мид... Ой, мид. Кстати, Абадона можно будет фокусить с помощью нашего ульта. Он не сможет захилиться, когда мы будем его, так сказать, 400. Но аганим. Хочу аганим купить, потому что 550 нам нужен порог. Будет лучше. По-моему, там 550, насколько я помню. Да, 550. Главное, чтобы чучок стоял. Ой, сорян. Так. Это гайд на Оксану пишет. Не-не-не, это не я. Не-не-не-не-не. Ты что? Ты что? На Олесю. Я хочу руну забрать. Отлично. И меня бьет, и меня бьет. Ну, подпишник зафоловился. Сейчас мы тут выйдем. Крипчиков душить. Так. Крипчики уже рядом. Отлично. Заходим за Т-шку. Быстренько сбриваем деда. Быстренько. Потому что тут еще сейчас у нас чувачок подойдет. На экспо. Отлично. Забрали. Хорошо. Панда такой стоит. А мне левела. Смотрите, на низу никого нету, просто изи тавр запинаем. Хорошо. Хорошо. Сразу агрессируем на пацана. Подходим к крипам, стараемся их увести отсюда. Один крип отошел. Хорошо, тангус по КД. И хорошо. Второй левел баха. А вот сейчас с этим горилкой задушим. Душить. Хорошо. Крипы резнулись, ведут уже. Ну, стоит, отлично стоит он, я вам скажу честно. Сейчас, наверное, третий возьмем. Потом агру возьмем. Попробуем душить его. Очень сильно хапаю все равно от крипов. Опасно. Но будем драться сейчас как мужчины. С мужчиной. Хорошо. Панда тоже спамит его. Молодец. Отойдем в лес, подзаберем. Тавр, смотрите, как хапает. БХ вообще не стоит. БХ вообще не стоит. Сейчас возьмем, пойдем. Вообще, можно взять транквил. Обычно транквил на этого героя берут, потому что он такой. Оп, крутанулись. Хорошо. Волки тоже неплохо. Так, гоу. Кольцо. Если тут будет монетка, это транквил. А, нет, тут не монетка, но тоже хорошо. Хорошо, куру себе так отсылаем. Пойдет. Неплохо. Неплохо. Так, зайдем к этим крипчикам. О, мои любимые. Так сказать, мы полулес, полулайн. Панде тоже надо что-то оставить. Все, есть. Так, контрхеликс. Как думаете, вкачать? Го кольцо возьмем. Можно вообще уйти на топ и подраться на топе. Можно мне куру? Куда она полетела? Сейчас опять за тавр пойдем. Панда пока тут мучается. Оп, хорошо. Хорошо. Сейчас эту пачку гриппа встречаем и заходим за тэшку. Третий вкачаем. Хорошо. Кто там АФК? А-а-а, печалька. Это печалька, друзья. Это печалька. Роурангер взял. Печалька, что он АФК был. Так, тангус. Забираю. Эх ты, Троксевич. Главное, внизу вот этого пацана. Вообще можно взять даст и душить его. Прям на изи.
Тамир, Тамир. Изи, изи. Жаль, нету второго. Оп, есть второй. Сразу буст такой. В МСе. Один раз крутануться достаточно. Хорошо, третий берем. Третий берем. И хорошо, и душу. Еще крипы. Надо хилиться, тут сейчас будет. БХ, по-моему, где-то сейчас тут под ногами будет. Ну, конечно же, хилку сбить. Могет, пацан. Четвертая минута, очень много фарма на самом деле у меня. Попробую в даггер выйти. Проигнорю все остальное. Хорошо. Отстань от меня, дурачок. Что ты хочешь? Новогоднего настроения, что ли, хочешь? А это типа подписчик, знаете, как правило, подписчики всегда так делают. Ну, тупо за мной будет по всей карте бегать. Типа плевать на исход игры будет, но будет тупо за мной бегать. У него кайф свой. У него свой кайф. Прикольно, что он меня оставил таким. Но пока он на низу, может ранкфил кинуть и подфармить. Все, бой на руну. Надо на мид выбежать. Сейчас срегенимся чуть-чуть. А, еще монетку оставит. Хорошо. Акса, Акса, бери Акса. Так, хорошо. Есть у нас ультимативная. Порожек 250. Можно на топчик пробежаться. Гоу, пробежимся. На мид пофиг. Гоу. А, грудать, крутануться два раза и ультануть. Все, больше ничего не нужно. О, он принимает файт. Дай ультану. Братан. Ладно, уговорил. Придется догонять. Тратить ульт или нет в такие ситуации? Конечно же, тратить. Ничего страшного. Оп. Шестая минута, дагер. Хорошо, хорошо. И начинаем дальше тушить. Отлично. Агру вкачаю. Нужна будет агра, ребят. Все, есть дагерок. Кто там нанизу? Ой, трала гоняют. Ой-ой-ой. Ну ты умер, брат. И погиб. Еще и шаду финт пришел туда. Трал, раскачка неправильная. Первый зачем-то прямой. Ну, его дело на самом деле, что делать, что качать. Берем ТП-шку, ТП-шимся сюда. Агро у нас на 2.4. Сейчас ждем крипчиков. Да даже, в принципе. Куртанется разок, можно ультовать. Хорошо. Танец разок можно ультовать. Что делать ему на ману? Я помню, я собирал его через Bloodstone. Очень даже интересно через Bloodstone собирать его на самом деле. Но тут еще есть такая тема, что можно купить стик данному персонажу. И это будет как бы неплохо. Потому что там много магии тоже. Я думаю, многие меня поддержат. Оп, эсэфи. У эсэфа. Смотрите, зажал его. Оу. Дай жить. Дай жить. Не дали пожить. Но вот стик бы сейчас пригодился, безусловно, да, друзья? Стик и немного инфы бы. Сколько их там? На СФ прыгнул. Но не знал, сколько их там. Ошибка. Безусловно. Ничего страшного. Ничего страшного. Будем сейчас дальше душить. Так, есть у нас стикич. На низу БХ. У БХ, кстати, много армора. Его тяжело с контрхеликса душить. Поэтому через агру, ой, через агру, через голод, так сказать, драчки, голод, драчки, изи убивать на самом деле. Но мы же дурачки, контрхеликс берем. Поэтому никак. Мне нравится третий раскачивать, очень много дэмэджа наносит. Крипов очень легко сносить. Так что третий. И дастик взяли на всякий случай. Ага, на миду. Абадон на самом деле будет очень много проблем составлять. БМчик бы первым айтемом сделать тут. Как-никак, БМ. Это артефакт для данного героя вообще заходит. Так. БХ там, смотрите, звереет просто. Мужчина. Прям еркек.
Гоу, на мид. А подончик бедный душ там. Вообще, смотрите. Эй, езжи, брат. Ассаламу алейкум. Иди сюда. Крутанись, Акс, разочек. Спасибо, Акс, за кручение. Очень хорошо крутишься. Оп, следующий. Да ультану. Окей. Да ультану. Дабл килл. Да ультану. Господи. Дай ультану. Не хватит. Я сейчас сдохну. Дай ультану. Да господи. Что вы за извращенцы такие? Прикидываете? Так и не дали. Не пробили щит этот. Уф, как транквил-то спас. Интересно, бы Хазу она не бежит? Все, можно уверенно бежать. Так и не дали добить, да? Возьму коин-бустер. Пригодится. Знаю зачем. А ульта моя где, спрашивает фанда. Братан, только у тебя надо бы спрашивать. Так, продаем щиток, возьмем ТП-шку. 500 хп, СФ. ТП-шку на мид. О, привет. Ты что, залагал? А, не буду убивать. Если отлагает, отлагает. Если только они на развороте меня попытаются убивать, только тогда добью. Ну, мне кажется, СФ может меня убить сейчас. Три койла на развороте. Три койла просто. У меня 600 хп. Единственный вариант мне сейчас тут выжить, это добить пацана. И все. На развороте. Хорошо. Ну, бро, залагал, знаю, если будешь смотреть гайд, сорян, но мне кажется, СФ меня сейчас тут убил. Если бы я тебя не принял. Хорошо. Трипл килл. Вообще ез. Да, залагал-то что? Это да. Это да, согласен с тобой. Я тут умер. Держите в курсе. Я тут умер, как дурачок. С маной проблема. Ну, такое. Была бы мана. Сразу бы Зевса убил через агр. Здесь агрессию. Оп-оп, чик-чик-чики-бом. И все. Ну да, он на аксе. Настилил и умирает, фидит. Печально. Ладно. Зевс правильно раскачивается, кстати. Второй макси, третий на единичку и молнию. Это нормально, это нормально. Трал, ничего не даже. Абиджаман. Центричок бы, господи. Так, ладно. Ничего страшного, реабилитироваться будем. Бич. Раз. Этому вот эту штуку. От этого пацана два. Будем делать. Так, раз он сбивает. Два. Бежали дальше. Как бешеный. Два. Это будет три. Ага, это будет я. Боже. Боже, все так идеально шло. Не, вот этот недорасчет ультимативный, поэтому агони. Вот просто вот. Еще нужно прочекивать постоянно хитпоинты, чтобы было вообще пушечно. Пользоваться тем преимуществом, которое есть. Побежал, душил. Надо завардиться.
Шаман так и не хочет центры купить или дасты хотя бы, чтобы душить. Мне тут чуть-чуть до аганима осталось, пару фрагов. Хаварник идет куда-то ставить. Это такие ватные на самом деле герои. Десятерых просто. Ставить всю тему. Вдвоем тут. АСФа кидаю. Пиратан, стой. Раз. Боже, так классно с топора добивает. Арнул просто. Не-не-не-не-не-не. Тут мы не можем. Тут мы не можем, брат. Ясно, я бы там тоже умер. Кстати, делаю вид, что я ухожу. Галиф есть. Так, ультимейт, аганимыч. 550, да. Так, СФ 900 хп. Сейчас вдвоем придут. 425 хп лайф. Ну, типа такое. Прыгать без вижена. Агру раскачиваем, друзья, потому что нам уже агра нужна полная. Фига, СФ наглеет прям. Ляша творит. Ляша творит, СФ. Тут вижен стоит. ПХ поставил. Don't waste my time, говорит. Не трать мое время. Вместе надо собираться. Душить. Оле. Оле, дайгер сбили. Боже, сколько дэмэджа. Жесть. Зевса очень много дэмэджа по мне. Бэм нужен. Пиндарин погиб. Ну так вот. Это 85-я карта. На 83-й карте можно пользоваться преимуществом Акса намного больше, нежели чем тут. Потому что тут за файты даются много денег. Много денег. И поэтому вот сейчас еще пара файтов, и я буду уже не актуален. Поэтому данный персонаж на этой карте слабоват. Как и, в принципе, большинство героев, которые здесь есть на этой карте. Да, да, все, к сожалению. К сожалению, нам ломают второй тавр, леворечка идет. Братишка. Душит, душит. Ого. Ясно, найс. Прям в сало прыгнул. Если парень сейчас его задушит. Сколько? 300 хп, я ультанул у него сейчас. Раз. Два. Хорошо, агру раскачиваем. Ну, чисто на чилю, чисто пацанам не помогаю, да. Чисто шотаю с ультов. Добиватель до 2-8. Сейчас на низ кто-то придет по-любому. О, фарм. ПМчик надо сделать для приличия. А то... и это, челики в комментариях обычно загрызут. Закусают. Акс без БМ, а не Акс. На-на-на. Вообще линку надо. Там Баунти Хантер. Форсик надо. Что-то надо, чтобы уходить с файтов. Потому что тяжело будет. Прыгать туда и умирать. Сект эти БМ сделать. О, 50 копеек. Все, есть.
Есть. Ни одного варда. Так ты же должен ставить, браток. Тыш. Оу, чуть агр не дал. Ёпта. Вот этого пацана подловил. Гоу, станчиком. Оп. Готовченко. Пайпуху еще надо бы нам. Ребятки, ну не серьезно. Я умер, да? Севчика бы бахнул сейчас. Оп, есть. Просто ходим, добиваем. Сейчас еще будет кнопка. Эх, третьим сбивает. Мультихантер. Ни души. У Лёрика реса нету, да? Ни души. У тебя же станчик есть еще. Че не жмешь? Буду и реген был бы. Печалька. Да. Акс лучший, так сказать, хиро-добиватель. Что-то надо еще на эскейпчик. Варды надо поставить. Тральчик у нас он с врезбендом. Ж хорошо. По кайфу. Так, 200 копеечки есть. Худпайпович сделать. О, худпайпович сделаем, потому что очень много дэмэджа исходит там. Хорошо. Для команды как-никак. От Зевсов еще. Всяких таких Зевсов нехороших. И поехали. Зевса почти огоним есть. Го. Братца. Эбби Джаман, говорит. Ну, вон кусочек мяска. Маднес. Лакомый кусочек, би. I got it, I just grew. Tremble before me. You fail to amuse me. Оп. Оп. Есть легенды, что когда мало-мало хп остается у крипа, Акс обязательно подкрутится, чтобы добить его. Классика жанра, ставьте лайк, если у вас это бывало. Или наоборот, когда не надо закрутиться. Бывает и такое. Так, но нам нужно собраться в пятером. И душить. СФов всяких. И душить. Гоу, БМчик на пятерочку. Ах, что этот человек. Ляша творит. На Зевсе. БМ не будем жать пока. Теперь нажмем. Выскочил. Как бешеный просто. На эсэфе оттуда. Хорошо. Кто идет? Абабадон идет. Бабадон. Но Бабадона на самом деле побаиваюсь. 500 хп будет ультанем. Оп. Эй, дай жить. Этот парень был из тех 700 хп траха. Лотар. Понимаю. Ну, возьмем Лотар. Да хватит в сале меня держать. Жесть. Где Тракса? Тракса где? Ушла, что ли? Лол. Меня просто в сале держит. Печалька. Я бы сдох тут, на самом деле. Сало траксы вообще напрягает очень сильно. Че, может, попушите?
Я просто на лоу хп. Ладно. ОП. Пайпович, ребят. О, Пайпович. Хидресочку и рецептик. Все есть, отлично. Я почти фуловый. Мне еще манореген какого-нибудь. Шивочка там. Можно душить. Оп. Можно добить крипа КД быстро, побежать на базу побыстренько. Это хорошо. БХ, конечно, жирненький. Арбалет еще собрал. БХ жирненький. Хорошо, продаем. Пешечку. Тревела надо делать. Тревела. Все в порядке. Крал залагал. Крал. 0-0-10 у нас на шестом слоте парень. Ни разу не сфидил. Я 4 раза, он ни разу не сфидил. Вот парень вообще не фидит. На ливерике, по-моему, пацан. Плохо, если трал сейчас вылетит, у нас будет проблема с дизейблом, на самом деле. А проблема с дизейблом, это, как правило, очень плохо. Очень плохо, друзья. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. В принципе, такое. На аксе так и надо играть. Стилить все подряд. По кайфу чё. Ультимейт позволяет, почему бы и нет. Весело же. Просто и все. Постоянно трипл кейлы. Это такой вот этот ажиотаж постоянно такой. Хайп. Нужно бежать, кого-то еще добить с ульты. У всех на карте, ну, на 550 хп меньше считайте. Если Акс против играет. Все, поехали. Отлагал, бро. Еще какой-нибудь артефакт такой полезненький. А чувствую, дэмэджа не будет в этой катке. Шибу, кирасу. Но эскейпа нет. Если в меня вгрызутся, меня похоронят. БХ трек кинул. С леса, да, походу? Да, вот здесь. Видели, вижен дало. С леса трек кинул. Абадон идет. Это плохо. Тут не один будет, бро. Давай вот так вот сделаю ему. Не очень хочу нападать. Вот так вот нападем. Сейчас. Скотинка. Инвиз ушла. Стой. Нету БМа. А, в принципе, и не нужен. И чё, оба не сгорят? Что БХ, что Тракса. Жесть. Там такие лоу хпшки, господи. Прям так и хочется ультануть. Эй, Лотар равно неуязвимость, друзья. Но я жду момента, чтобы подцеплять. Потому что было бы непрофитно, если бы я прыгнул в одного героя. Ну, серьезно. Подумать логически. Прыгнул бы я в одного героя, скорее всего бы ничего, ну, хорошего не получилось бы. Я в троих прыгну. Просто держу позицион. Забираем флешку. Давайте ТП на базу. С маной проблемы. Продаем транквил. Ну как продаем? Выкладываем, да? Берем дасты хоть разочек. И побежали. Все. Изи-пизи. Интересно, реально киллов 60 набахать? Просто дрищ-дрищ-дрищ-дрищ. Все. Нубик это он. Да, Леорик. 0-0-10, парень. Просто ходит, делает свое дело, танчит, фармит. Все, что надо делать. 1-1 разорву, говорит. Понимаю. Твою попку. Фига такой нежный чел, твою попку разорву. Говорит. Гоу, Бабадона. Серьезно? Сетка. Оп, готовченко. Боже, такие монокосты на самом деле неприятные. Я вроде чуть-чуть кнопок понажимал, а уже нет маны. Смотрите, у меня вообще нету маны уже. 110, 75, 180. И по два раза понакидал, и маны нету.
Вот так вот. Конечно, Bloodstone, да. Старые меты через Bloodstone, конечно, пушечные. Мана всегда есть. Ой, Дайгер сбил я под себя агру бах. Ну, все, маны сейчас не будет на драку. У нас ни одной арканы нет. Да, было бы прикольно через Bloodstone-чик сыграть. Октарин профитнули ему? Нет. Нет, конечно. Октарин чем ему хорошо был? У него что, мэджиков много, что ли? Опять он на меня трек кидает. Вот чисто извращенец на Баунти Хантере, серьезно. Извращенец треки на меня по КД кидает. Не знаю зачем, но, видимо, так нужно, так интересно. Кидай. И дай. Окей. Готоп. И дай. И на меня постоянно. Как будто я главная цель. У нас Леорик, который ни разу не умер. Но треки надо на Акса кидать. Классика. Опа, вот пацану ГГ. Пацан сам пошел. Кто это тут у нас? Бро, гоу. Go to shit. Сейчас, пишет. Ну, Вард стоит. Вард стоит. Bounty Hunter. Бегает. А, Вардик стоит по-любому. Вместе надо прыгнуть, забежать, задушить. Вот тут вард, бро. Сентричок туда надо было ткнуть. Очевидно же. Beautiful. Отвести хочет. Оп, Сефи. Здравствуйте. Разрешите докопаться. О, Абадони, до свиданий. Разрешите закинуть вам вот эту штучку. Сефи. Оп, хорошо. Нам нужна команда. Оп, и убегать. Убегать. На развороте хочешь? Гоу. Хорошо. С наступающим, друзья. Изи бризи. Хорошо. Леорик фармит. Блин, маны вообще жизни не хватает. Салам, Аркадий пишет. Салам, брат. Так, ну что, 5200 на кармане. Надо что-то на магию, что-то жирненькое. Чтобы манореген был. Линку, гоу. Линка сколько стоит у нас? 5100 есть уже. Вместо дастиков. Линка, и с линкой будет хорошо. И будем заканчивать эту игру. Так сказать, сыграем правильно в этой катке. Собрали на команду один артефакт. И, конечно же, один на команду артефакт. И, конечно же, что-то для себя. А это Линк. Он отдал куру. А, все. Я думал, у нас куру этот забрал. Парень на... А, да, он забрал, действительно. Так, я иду, бро. Ну,
Больно, очень больно. Больно, очень больно. Сколько хп? Ультануть надо. Жирный свинья. Есть еще кто живой? Эх, не успел. Не успел. Жесть, как мы задайвили. Не могу прыгнуть. Не могу. Я бы прыгнул, но не могу. А тральчику? Братишка. Тральчику, личик подровняли. Классно, блин, все равно. Бежишь, как дурачок. Убиваешь. И побежали. Товарищ Баунти Хантер, разрешите накинуть голодок войны. Драки. Голод драки. Еще раз. Нет. Нет, меня не надо трогать. Держите, пожалуйста, это вам. Это вам. Подарочки. На Новый год. На Новый год. Ну, не хочу первый прыгать. Типа не в кого пока что. Позицию держать будем свою, все. Так, кому там голодок кинуть? Пожалуйста, возьмите, пожалуйста, кто-нибудь покушать. Что это здесь себе позволяет? Товарищи, разрешите вам накинуть такую штучку? Ну, хз, Лёрик, молодец, сломает. Подойду, помогу. Пайп есть, если что. Давай, брод, чуть побыстрее будем пушить. Пробафаю. Хорошо. Оп. Рокса меня подловила. Ля, шо делает? Но нету, нету агро пока что. А вернее, не агро, а кнопочка. Чё, бро, побыстрее покушим. Ну зайдем нахрен. И боятся нас как в огне вообще. Эх, ошибочка. Надо отойти. О, брат, дай ультану. Чпонь. Чпонь. Да, дай ультану. Ах ты свинья, ах ты свинья. Ну вы меня победите тут, я знаю. Победили. Такие. Тракса это, блин, бегает, типа, ну, бомжиха. Давай, души, чё, бэм. Лота равно неуязвимой, знаете такое? Нужен, ну, жирноватый парень. Жирноватый. Пойдет. Пайпуху дал. Аристотель. Пайпуху главное дать ребятам. Хорошо. Ну, такая катка, ребят, на самом деле оживленная, да, быстренькая такая. Ну, как и надо на аксе, в принципе. Душим, душим. Пинаем. Оп, хорошо, до ульты. Шотнули, пацана. Пацанчика до ульты шотнули. Оп. Еще кусочек мяска, но очень жирный. Бедный Баунти Хантер. Раскидываем просто горение. Боже, нога чешется. Так, а тут Тракса, да, будет сейчас? Ах ты свинья, иди сюда. Слушайте, меня тут расконтрить могут.
Хорошо. Оп. Смотрим на ХП главное. Хорошо. Нормально размотал, да? Ты живой. Фанат живой. Нормально размолотил их. Можно еще какой-нибудь гиперстоун купить. Для чисто так. Ну нормально, с такими айтемами просто развалили. Как бы стандартный закуп, пайп, БМ. БМ нажимаешь, атаки не отменяются. Вообще страшно, врубай. Все, и будем душить теперь, шо мама не горю. 40 фрагов, кстати, во время иду, так сказать. Оп, побежали, ускорились. Как раз от КДшится. ТПшечка. Жаркая каточка, да, ребят, на Аксе? На Аксе главное за хитпоинтами следить. И то, сколько я ошибался в этой катке. Очень много ошибок было. Ребят, ну не забывайте на самом деле подписываться на канал, кто ждет какой-то свой особенный гайд. Так сказать, смотрите в сообществе Ютуба, голосуйте за какой вы гайд, там туда-сюда. Это все не забывайте. Так сказать, гайды будут на всех героев. На всех. На всех. Дай бахну, ульт не дает. Извращенец, а. Гайды будут на всех героев, поэтому, ребят, смотрите на канале. Очень много полезной темы, реально. Фишки, гайды, там, механики разные. Так что, друзья, желаю вам приятного просмотра. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Кому реально нравится такое, так сказать. Такие творчества. И все. Все, это все. Для вас. Все для вас, ребят, делаю. Да господи, что ж меня так поливают. Отойти надо. Задрочат просто. Под треком задрочат. У них там мега крипы почти. Но у меня хп реген на 25 единиц. Господи. Иди сюда. 26 хп реген. Просто. Очень хороший хп реген на самом деле. Так, смотрите, там БХшник. БХшник. Поехало дело. Упс. Таверну Азиас отправляется. Видите, за хп не уследил. И сразу же в таверну. Потому что убежать уже не могу. Не могу. А Леорик у нас ушел. Да, у него был рез. Печалька. Но ничего, сам виноват. Нет смысла винить Леорика в том, что я сам виноват, что не уследил за хитпоинтами. Очень просто. Следить за хп. Нажимаешь. Опа, на героя смотришь. Ага, сейчас уже все можно ультить. Оп, быстренько на себя и пах. И все. То есть так это и делается. По-другому никак. Вот казалось бы, ребят, всю игру пинаю их. Посмотрите. А у них айтемы-то появляются. Это механика 85-й карт. Посмотрите, Зевса. Всю игру пинает. Вот я 6 раз умер. 40 фрагов. И чё? Получается, смотрите, как одеваются скади. Вообще, это ужас. Герои очень быстро одеваются на этой карте. Тут непростительно, так сказать, ошибаться. Реально, непростительно ошибаться. Ошибся. 1500 голды дал своим оппонентам. Поэтому, друзья, вот так вот. Так, ну что, будем мы, так сказать... Ой-ой-ой, ульт не сработал, там крит вылетел. Будем мы идти с киллами, так сказать, во время. В ногу, так сказать, килл в минуту делать. Сможем или нет? Сейчас бы вот так просто прыгать и СФу бах с ульты, и все. И ГГ. СФа нет. Ну, 40 секунд еще ресаться. Вернемся, хотя бы килла 3 надо еще сделать. Оживленно. На Аксе я так и знал, что, в принципе, такой гайд и будет, потому что Акс это герой... Так что я любил этого героя еще в то время, когда апали ПТСы на Ксеназисе. Вообще кайфно было. Я просто на ФП всегда его брал. Вообще пофиг, кто там, Зевс, не Зевс. Просто ФП брал и овнил по-страшному. Просто бах, 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 просто прыгаешь. Очень редко проигрывал. Но если стоял выбор Пугна или Акс, я брал всегда Пугну. Потому что Пугна, как-никак, это круче. Пугна это круче. Смотрите, как на дефе засели, пацаны. Панда идет сейчас. Первый ульт. А, все, нет ульта, братан. ГГ. Отпускают, смотри. А, нет, не отпустили, да? Все, отхилится сейчас. Парнишка. Или Изи Аристотель пишет. Душите меня. Эх, опять не попал в ХП. Печалька.
Так, еще надо один фраг. Чуть-чуть, боже, не надо было ему тычку давать. Ребят, ну почти, почти, так сказать, один фраг в минуту. Блин, ну 41 фраг, я думаю, пойдет, ребят, для первой катки. Но надеюсь, такая катка вам понравится, хоть и было много ошибок. Но сейчас сыграем еще одну и попробуем, наверное, его собрать в керри. Но нельзя забывать про манапул. Поехали. Так, ну и что у нас тут, ребятки? Next каточка поехала, не вижу смысла тянуть, берем Акса. Берем топорик, скорее всего сейчас будем что-то делать типа керри билда. Посмотрим, что у нас тут получится в этой катке. Надеюсь, все пойдет гладко и никто ливать не будет. А я что-то запарился, уже РЛ и ставлю в РЛ, все ливают, никто не хочет играть. Фидят, коров не берут и все в этом роде, я не знаю. Сейчас попробуем сделать что-то пушечное. Сразу третье возьмем и пойдем долбить лес. Наверное, в лес пойдем. Не знаю, я столько линий уже. Стоишь на линиях, выигрываешь все, и все ливают просто. Неужели не надо идти линии, блин, надо идти стоять просто АФК. Ужас, ужас. О, ну вот как тут без багаюзов? Серьезно. Как же без багаюзов? Еще клока пусть возьмут, тогда будет классно, интересно. Хорошо. На ботом. Шторм Спирит еще у нас там есть. Вторая кура. Зачем? Зачем две куры? О, у меня куру забрали. И не забрал куру. Все, не пишем ничего, ребята знают, что делать. Смотрите, там Ксин, Панда. ПС. Хорошо, инвокер тут с Вардиком будет отходить в аквилку. Посмотрим, что у нас тут будет. Блин, у меня от этой шапки, если честно, новогодний, голова чешется постоянно. Поэтому как-то так. Сейчас будем, скорее всего, драться за руну. И пойдем на топ фармить. Скорее всего, фармить будем, я так думаю. Ребята там голду теряют. О, шторм. Я без кнопок. Да отстань от меня, что ты хочешь. Помоги там лучше инвокеру. О, молодцы. Убили кого-то, да? Ну, конечно же. И, конечно, кого же взять, как не клокверка, господи. Ах. Два багаюзера против меня. Класс. Багаюзера против меня. Ладно, попробуем выфармить. Напоминаю, что у Ксина фисты двойные, а у Лока идет баг с этом, с ультимейтом. 8 секунд стана. На любых уровнях. Очень страшно. Вертолетика еще взяли. Печалька, что не добил. Ладно, в керри билд идем тут. Думаю, что-то получится. Хорошо. Отлично. Хорошо. Так, сапожок. Берем сапожок. Странно, что у меня два, блин, вот не очень на самом деле. Так, ребята, линии расположили. Я линию сейчас запушу, это отойду в лес, в лесочке фарм заберу. И потом. Хорошо. И в лесочек. Наверное, пойдем через, блин, два бузера. Если вообще, типа, неинтересно. Как играть? Неужели им так интересно играть? Так, этим ребятам армор дается, скрипает очень плохо. Потому что у меня кручение бьет от армора. Чем меньше армора, тем лучше. Но эту катку сейчас затащим, думаю, будет интересно. Хорошо.
Третий вкачиваем. Мы сейчас, наверное, будем выбегать, принимать парней. Монетка. Ясно. Понял. Не вариант. Понял, не вариант. Он не знает, что я сейчас буду выходить. Оп, сейчас встанет в пачку. Так, первый пошел. Конечно же, не я заберу, это очень хорошо. Конечно же, не я. Жаль, хила нету. Ребятки, гоу. Сюда крипчиков заберем. Будем делать грязь. Могу умереть сейчас. Не надо. Дайте жить. Жесть. Жесть, что произошло? Что сейчас произошло? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да? Хороший мув сейчас был. Странно, что Клок меня не убил. Конечно, берем Транквил и берем... перчатку. Сейчас, я думаю, тут фановую катку выйдем, прям по-страшному будет. Уф, прям мидас, сейчас через мидас и поехал. Овер много фарма. ГГшка будет. Так, гоу. Ребятки, отводимся. Зарегенимся тут. Пробежимся на руну. Ну, тени не знаю, блин, не контрит руны верхнюю. Это да, ё-моё, дай хоть одну руну, ЗБ. Тини засранец, конечно. Тини, конечно, засранец неистовый. Чё тут големи? Гоу, големи побьем. Я так помню, Транквил выкладывал, и меня украли, ребят. Столько историй таких слышал. Прикольных. Да, меня тоже так крали. Причем в нормальной катке прям так получилось, что... было неприятно. Смело могу сказать, что было неприятно. О, Тини минусом тут. Слабоват еще. Тиник у нас. Пофармить надо еще. Инвокер просто лакерти бафнул себе и убил его. Вот так вот. Боже, а лакерти жесть как купит. Санстрайк. Страшно вообще. Санстрайк, боже, он так подал акрити, меня напинал. На самом деле. Жестко. Эш, хватит, ё-моё. Не видно ж тебя. Тебя ж не видно. Не видно инвокера, поэтому, блин, больно. Очень больно. 7-й левел, жесть. Там стаки, блин, стоят. Сюда стоим. Подала крити, он меня... Если я забегу, успею забежать. Если фул хп будут, и он меня не убьет. Ну, такие хп. А так лас хитит норм, парень, видно. Сейчас захилимся на фул. Попробуем от дитка сыграть. Крутись, крутись, крутись. И забрал крипов моих. На инвокерах. Жопу еще мазнул. Отлично. О, бери, говорит. Добро. Красавчик. Красава. ПС. Так, ну что, гоу зафармим вот эту муторную тему. Давай-давай, крутанись еще. Все, больше нельзя танчить. Больше танчить нельзя. Вот это выкладываем тут. Побежали. Вот этих стакнем. Догонят, поэтому нельзя останавливаться. Опасно, рискуем, конечно, да, но... что поделать? Что поделать? Чтобы красиво жить, нужно рисковать, ребят. Инвокер, конечно, молодец. Инвокер там молодец.
Клок урну взял. О, крутанешься? Ой, хорошо, вот, молодец, прям по заказу. А сейчас уже Майдас будет. Можно было сделать, конечно же, дайгер, но мы же наркоманы. Против двух багеров играть будем с Мидасом. Это хорошо. О, не отвел, ясно. Лох на Аксе. Не отвел крипов. Сейчас в одного кинем сразу Мидасом на эксп. Ребят, напоминаю, что это фановая сборка будет. Через керри. Фановая, так сказать. О, зафармим. Будет фановая сборка через керри, якобы. В нормальной игре лучше такого не делать. Сразу говорю. Инва, конечно, заряженный, походу. Крутанется? Хорошо. Если бы Акс не крутанулся, я бы, наверное, в таверну улетел. А так Акс молодец. Крутится. Агру раскачиваем. Когда инвокер лестница там. Один сек. Так, что первое будем собирать? Какой-нибудь дэмэдж бы. Не знаю даже. Сразу выкладываем и бьем. Тайгер, конечно же, первым айтемом надо сделать. Чтобы быть дееспособным. Чтобы драться красиво, четко. Овнич, 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 все. Ребята выигрывают. Я тут с Мидасом играюсь. Эй, так нечестно. Я не умер. Хорошо. Так, идем дальше на спот. Так, 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 да, успею, нет? Не успеваю. Сюда надо. Эх, не успел. Не успеваю. Как дела? Спрашивает. Соска, тини, мусор. Син там стоит. Руна собрана, да? Мусор. Ну, Клок поддержит эту контору, все. Сколько дэмэджа внесет там? Четвертый миссл. О, очень много дэмэджа внесет. А, весь щит троечку смягчил. Дальше фармим. Тайгер, хорошо. О, окей. Пробуем. Киник сейчас придет. Кинешь? Нет, не убегай. Далеко побежал уже. И не 8 секунд под тавром простоял. Жалко его. Очень долго. Так, Мидасик есть, да? Погнали в лесочек. Там крипов моих разбирают. Вот не стыдно им. Не стыдно им вообще. Смотрите. Вот этого сразу трансмутим. Этих фармим. Дагерок есть. В принципе, смотрите, тайминг недалеко ушел с Мидасом. Очень хороший фарм. 10-я минута, дефолтный тайминг, типа Мидас и Транквил. И смотрите, у меня еще и... Ой, Мидас, Транквил, Даггер и Транквил, так у меня еще и Мидас есть. Очень хорошо. Неплохо. Может, новую мету открою? Акс в керри. Эх, порвал связь. Даже не ультанул, не успел там. Лучше было бы, если бы ультанул, конечно.
Так, какой-нибудь первый керри айтем. Только не радианс. Радианс долго. Какую-нибудь молнию, кераса там. Давайте молнию сначала. Молнию. Тоже перчатка нужна. Щиток продадим. Перчатку и молнию. Чисто молнию сначала. Потом все остальное. Щиток продаем. Там Мидас через 28 секунд откадешится. Это хорошо. Так. Инвокер там, кстати, хороший. Но в лейте будем убивать его за агру. Да, по рофлу. Почему нет? А интересно же. 15 секунд. Хорошо. Так, есть еще одна перчатка. Я человек-перчаточник. Играем против двух абузов. Там ВРК молодец, вроде хорошо отыгрывает. Хорошо. Сейчас молния будет, пойдем душить. Чисто лиса колотим. Блин, я бы пошел, помог бы. Проживет чуть-чуть еще, будет хорошо. Иду. Жаль, ноут не хватает. Хорошо. Ой, ману восполнил. Нужна была тычка, 289 хп было, так что я бы его не убил. Нужна была тычка, но я не помню. Не помню, дагер. Ой, дагер. Был ли у меня агр? Кого, может, догоним? Может, догоним, но вряд ли, конечно. Ладненько. Ну, не знаю, мне кажется, все равно бы не забрал. 289 хп, промониторил хп, чтобы, если что, ульт не всаживать. Не хватало. Чуть-чуть. Как видите, душится нормально. Опа, кто там? Инва. Гоу. О, пацани. Локер кнопки умеет нажимать. Опа, я тут, вот он, смотрите какой. Очень долгий стан. Держись, братик. Не души. На шторме. Держи, даю. Ходить надо. Так, вот эта тема мне нужна. И вот это. Боже, ну нормально. Но Clockwork, конечно, с этим станом на 300 миллионов лет очень сильно напрягает. Так, молния есть. Молния есть, друзьяшки. Отлично. Гоу, сейчас ТПшечку. И нужно будет сделать, наверное, до конца молнию доделаем. Топорик, наверное, уже выкинем. Возьмем что-нибудь на ману, типа мангусик. В случае важных переговоров нужно будет, так сказать, заюзать. И показать, кто здесь бог. Так, помогаем ВРочке. Что там, дагерок есть? Нет, дагерка, да? Хорошо. Гоу мид. О, ЕС погиб. Сдался. Ес, сдался. Дайте забрать. Оп, есть. Клок еще живой был. Специально не давал. Оп, в случае важных переговоров. Оп. Убежать. Я убегу, по идее. 90 хп. Дагер. А, ну 82. 2 хп. Господи. Класс. Класс, 2 хп. Отлично. Все портит, да, клок портит, конечно, багом. У него ульт сейчас баганый. 8 сек стана. Восемь там. Ah.
Я проверял. А у Ксина второй спелл два раза бьет. Так, 2000 есть. Лок он стоит. Побежал. На топ пойду зафармлю. То возьмем ресипи, если что, в магазик потом заскочим. Так сказать, здравствуйте, я бы хотел приобрести у вас гиперстоунчик. Можно, пожалуйста? Я просто первый раз у вас в магазине. И так, знаете, и приобрести, почему нет. Приобрести, почему нет. Молния прикольно заходит, мне нравится. Молнии отлетают. Отлично. Ребята там дерутся. Тини вот эти, ох, шабузерские еще тоже, это тини вот эти вот. Так, вот эти крипчики, по идее, должно хватить 2000. Эх, 100 копеек. The Baltazar TV. О. Похоже, кстати. Ник, так, есть 2К, кстати. Оп, транпил включился. Закидываем на инту. Ой, на инту, на экспу. Господи, гоу. Магазик, ребятки. Дерутся, да, дальше? Вот бы им сейчас дали по щам инвокеры какие-нибудь. Чтобы пацаны поверили в победу. Я молнию только сделал. Don't waste my time, говорит. Оп, хорошо. Вообще и покрутился там. Нифига, мастер джиу-джитсу. На этом... На аксе. Покер. Ой, ну не допрыгнул почему-то. А можно молнию? Спасибо. Как на распродаже. Молния, кручение. Такой, знаешь, нестабильный акс. Нестабильный. Че там Тинику хочет сделать? Ты его не убьешь, тебе ман не хватит. Не ваш дагер там. Ага. Боже, а ты его с руки убьешь, Тини. Смотри, смотри, что делать. Нифига, откуда там столько маны. Готов. Готовченко, еще вон парень есть. Успею? Не успеваю. Не успел чуть-чуть. Там на миду драка. Убили кого-то, да? Я иду. Вон. Парня. Добить. Эх, подожди. Подожди, бро. Есть еще. Нет. Не надо. Тоже молнии полетели. А, надо бы уходить. Одинаковое время респауна. Прикольно выглядит. Хорошо. Че, возьмем Яшку? Ребята. Или что? Яшу, Манту, там, знаете, что-нибудь такое. Или Кирасу. Кирасу, да, будет круто. Плюс. И Кэнсом. Нифига саппорты какие крутые. Гоу Кирасу. Раз такие саппорты, надо это отметить Кирас, да? Молодцы вообще. Давай, давай, Аксевич, работай. Фига керри, да? Доминатор какой-нибудь еще душить, чтобы... Кто там, Клок? Хукшоть в него. И живи. И убегай 8 секунд стана. Чего нет-то? Ой, ребяток убивают, да? Ах ты, Клок такой. Не успел я застилить. Клок такой хитрый, конечно.
Они собрались четвером. Они тосус попинус сделают. О, клок в реке. У него ульты нету еще. Не хочу прыгать туда. В неизведанную какую-то тему прыгать. Его дальше крипов бить. Да, страшно душить. На миду фарм подошел. Клок, если прыгнет, там в инвокер надо прыгать, его убивать. У него армора особо нету. Я его закручу, думаю, а там Юл, смотрите, появился. Можно Лотар Сейдж сделать. Тоже душить. Интересно получится. Хорошо. Наверное, Кирасу доделаем сначала. Так, у Клока там уже 100%. Ой-ой-ой, смотрите. За мной гонятся. Со мной гонятся. ПВБ, ой-ой-ой, ну 8 секунд, братка. Я там не помогу. Жесть. Жесть, этот лок. Так, хорошо. Почти есть кираса. Когда я хукшота. Да, кстати, пока нету аганима. Надо пользоваться. Сейчас на топ кто-то выйдет дефиться по-любому. У меня тут пол кирасы есть. Алло, привет, как дела? Нормально, брат. О, курьер. Бахнем. Бах. Как вам? Взорвали курьера. Ульты. Боже, какие молнии. Можно парня вот этого. Хорошо. Арканы буты. Давай. Грифсы Леончик идет, наверное. Душим. Пока арканы боты. Вернее, Транквилла у нас восстановится. Сейчас 1300 уже будет у нас. О, почти есть. Почти есть ульт. Сек. Есть кираса. Господи, что за айтем у меня. Страшно, вырубай. Боюсь туда прыгать. Я что-то почему-то думаю, что не выживу. Кому-то там. А, вот ей. Скади. Верка Скади сделала. Отлично. Есть кираса. Ёпта. Еще бы какую-нибудь бабочку, да? Бабочка сатаник. Его душить. Опа, хукшот слил. Иду в инвокера. Оп. Хорошо. Задушили. Ой, клокер байбэк. Ой, сорян, крутанулся. Но я не спецом. Укшота кд там. Если выкинет его, то будет хорошо. Я не хочу что-то. Ну вот так вот свяжу. Вот так вот. Надо бежать. О, меня, походу, похоронят тут, да? Уф, выжил. Одна секунда до санстрайка. Становимся АФК. И идем. Боже, так читабельно, что тут вард стоит. Жесть. Сори. Жесть, конечно. Инвокер пытается отыграть там на фул. Молодец. Так, чё, гоу, я помогу. У нас тут вся команда очень сильная на самом деле.
У деда вот этого будут сейчас лосхитить, я бегу. На дедушку. Хорошо. Как говорится, за агру задушить, да? Шторм 4.12. Ну, респект, что не ливает. Опа, там кура опять полетела, походу. Гоу. Опять ультанем. Кура, по-моему, если мне не показалось. Боже. Опять бахнули куру. На 6 секунд себя пробафали, побежали. Мидас уже давно есть, надо мидас откинуть. Хорошо, гоу, мидасик откинем. Клока душат там. Хорошо, 2600 есть. Некстовый айтем, ребят, какой-нибудь дэмэдж, наверное, да? Battle Fury, go. Battle Fury. Go, БФчик. Такой айтем будет фарм. Да и в драку будем прыгать, раздавать сплэша. Боже, от нас столько урона будет. Чисто по фану, почему нет? А ну почему нет? Жесть просто. Так, отлично. Персеверанс остался. Быстро лес, кстати, опустошаю. Так, инвокер собирает и гоним. Ого, там у панды, посмотрите, что Вакторин хочет выйти. О, подеремся, панду надо убить. Панду надо убить. Ой, если свяжет, не, не связала, жалко. Хорошо, поймал. Так, я связал его. Вторым. Опа. Я его задушу его просто затычки. Уф. Боже, если ловлю это все, это ГГ 100%. Если ловлю. Сейчас еще БФ будет. Но можно было что-то круче, чем БФ сделать, но все равно. Жесть. Интересно через БФ. О, Левчанский. Эйжи. Кстати, за какую игру? Что-то не могу припомнить. Так. Стоп. Подождите, а кому кура летела? Кура Риус. Жесть. Там кура с моим айтемом. Вот он, по идее, мой ринг. Да, это мой ринг. Да. Ждем курочку. И еще что-нибудь надо жесткое. Что-нибудь бурюзу. Ребята, напоминаю. Напоминаю, на моем канале можете найти какой-то фановый, интересный контент, гайды, фишки. И реально, все по контенту. Ой, по контенту. По видосам. Первой дотки, как вы можете найти что-нибудь интересное для себя. Каждый может найти для себя что-то интересное, ребят, поэтому подписывайтесь. Или просто, если хотите увидеть свой гайд, который ждете, героя, которого ждете, гайд какой-то, да, то можете, так сказать, подписаться и ждать. Гайды будут на всех героев. Уже очень много героев написал, героев 60 я написал. Там реально SF, всякие Хускары, Рикимару, все это можете посмотреть. Вайперы, ДК, инвокеры. Самые популярные такие, это как, ну, Пуч, инвокер, есть такие гайды уже. А кто у нас еще есть? Висп, как на Виспе, на Чене, на Найксе тоже есть гайды уже. Ребят, смотрите просто на канале и просто радуйтесь. Реально очень много годного контента, поэтому рекомендую, друзья, смотреть. Подписаться и ждать. Ждать, если не было вашего гайда. Обязательно смотрите, заходите в вкладку видео и там смотрите, есть ли гайд какой-то на определенного героя. Там на Мипа есть гайд тоже, ребят. То есть, ну, смотрите, заходите, реально не пожалеете. Спасибо всем, кто смотрит, кто лайкает, вам от души, ребят. Так, нанизу начинается файт какой-то. Я тут веселюсь, гоу, бегу. Бегу. Главное, чтоб клок там после ульты. Куда собрался? Бахнуть. Оп. Инва. О. Не души. Не души. Эх, не допрыгнул. Не допрыгнул чуть-чуть.
Захиливаемся. Минус не сделаем. Ну, такая вот керри-катка какая-то, не знаю. Жесткие айтемы. По сути, 2700 еще на кармане. Еще какой-нибудь рапиру бы МКБ. Что-нибудь мощное. Отойду, наверное. Что-нибудь еще надо сделать. Интересненько так вышло у нас. И манту, типа. Гауманту еще. Ведь манта у нас взаимодействует. Сколько стоит там медаст наш? 1000. Еще косарик бы где-то найти. Че, ребята сейчас там сфидят? Да, ВРК там все сфидят сейчас. Жесть. Сейчас мы манту доделаем еще. Косарик нафармить. Так, вот сюда подойти. Крипы сейчас сагрятся. Оп, хорошо. Еще чуть-чуть остается. Отлично. И бежим на эншентов. На эншентов добьем. Можно вот тут вот так айтемы бросить и бежать. Дофармим, соберется. Ребят, насчет подарков. Есть, вы видели, как, наверное, подарки какие-то лежать. Подарки сейчас пока что еще ничего не дают вообще. Пока что ничего они не дают, но под Новый год сказали, должны что-то давать. More gold is acquired. Да, не хватает нам чуть-чуть. Ничего, подождем. Подождем. Есть у нас уже манта. Отлично. И сейчас пойдем душить. Так сказать, керри акс. И еще заменим у нас. Если заменится еще сапожок, будет очень отлично. Прикольная катка. Ой, 8 секунд стана, все, бро. Вот смотрите, какой баг. Просто 8 секунд чел в стане стоит. Вообще нечестно, я считаю. Ужас. Так, есть у меня панта еще. Два топора. И, так сказать, такой акс у нас получился. Еще бы бабочку, да? Куда-нибудь. Акс забавный рил получился у нас. Ой-ой-ой, ну не успел я. Думал раньше там. Гоу, наверное, может иллюзию отправим по миду. Пусть клок хукшотнет. Клок пусть хукшотнет. Ой, нет, типа мы такие. Иди сюда. Ой-ой-ой, сейчас кнопки нажимать будет. Успел? Успел кнопку нажать. И сюда. Летел. Ой-ой-ой, клок. Кшот дает. Ну блин, я в когу не смогу запрыгнуть. Они так коги багаются тут, если честно. Оп, бафнуть, ребят. Хорошо, и поехало. Душить. Опа, душить. Вот так вот, ребят. Душим. Кто еще живой? Душить. Эх, жалко, больше маны нет. Ну такая керри-катка. Прикольно. Просто за первый убиваешь всех. Прикольно. Жалко, что их четверо всего. По рэмпейдж не вариант сделать. Отлично. Попробует украсть. Нет, отойду. Керри-катка прикольная даже. Эх. 19-0-19. Так, мега-крипов сделали, ребятки, молодцы. Интересно, если честно, вышла игра. Интересная катка. Ой, надо дойти жить. Го драться. Пробафать себя и душить. Чайны. Ой, все, 8 секунд стана. Печалька. Так, Акс, не смей крутиться, братик. А теперь го душить. Хорошо. Надо отойти надо. Ребят, ну вот такая вот у нас керри-катка вышла. Вроде, ну, интересно, фаново как-то. Не знаю, что-то необычное. И ну что ж, ребят, в принципе, я уже все сказал. Всех с наступающим. Всем спасибо, кто смотрит мое творчество. Всем от души. И не забывайте, что если ждете какой-то свой гайд, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы не пропускать новые гайды. Или колокольчик можете нажмите на ссаный колокол, да, чтобы не пропускать ни трансляции, ни, так сказать, гайды, которые я выпускаю, ребят.
Всем приятного просмотра, еще раз пожелаю и всех с наступающим.